Утро следующего дня. Вот это вот текущая погода, это стандартная для нашего региона, для Сибири погода. Только что тут сидел богомол и поймал стрекозу, хотел показать. Но пока пошел за камерой, его, ну, короче, он ушел где-то, видимо, в более укромное место похавать. У Оскара теперь все нормально. Оторвалась целлофанка от вот этого клеца. Вот не знаю, наверное, ветер сейчас. Получилось вообще супер. То есть даже не царапается ни ключом, ничем, ни пальцем, ни ногтем. И вот этот вот уголок, хорошее было решение. Надо вот это сейчас обрезать. Первая ступенька вот этого крыльца получилась очень хорошо. Так, с утра дал курям пожрать. Рыбу дал. Васька у меня в каждом кадре получается. Не знаю, по-моему, ветер сейчас у меня тут хлещет. Сейчас дал курям еще снова покушать. Вон они до сих пор доедают. Прикольно, когда одна пытается сожрать целую рыбину. Вон, допустим, кусок, вон он бегает. Ну, довольно-таки большая была. Она запихивает, потом не может ее проглотить. Вторая подбегает. Привет, Леш! Вытаскивает у нее вот эту изо рта штуку, и там тянется такое, ну не знаю, сантиметров 20 еще длиной там кишка какая-то. То есть они друг друга выручат в крайнике. Вчера земляничку понесла. Опять сегодня на завтрак земляника. Земляника, мороженое, молоко. Получается такой коктейль вкусненький. Ну с этим питаемся уже пару-тройку дней. Ты уже здесь? Да понятно, он забегает туда и рыбу у них иногда стаскивает, у курей. Добавил пару карасиков, вчера на рыбалке снова был. Но я хотел там мелких поймать, именно ездил в место, где ловится мелкая рыбешка. Но так получилось, что добавил сюда крупных. А эти ребята ждут, чтобы их накопилось побольше. И общая разделка пройдет на соление, то есть подгнет. 2-3 я не буду засаливать. Именно вот надо, чтобы хотя бы штук там 20-30. Ну вот как раз сейчас и накапливается. Жена прополола, теперь хоть выглядит огород красиво. Без вот этой вот выросшей травы лишней. А трава идет, конечно, курям. Они, конечно, что-то я законешнился. Да ты че? Больше любят, которые с этого, с озера. Ну, это тоже. Что-то выбирают себе. Вот он. Как раз пытается выдрать что-то. Водолей много остается от огородной травы почему-то. Сегодня стрим, скорее всего, сделаем. Не было снова электричества, у нас 3 часа сейчас вот появилось. Обрезали крону деревьев, чтобы на провода не это, замыкания не было. Электричества не было. Но у нас в таком районе стоит радиоточка моя, что там распределитель стоит на частный сектор. И в частном секторе частенько что-то проводят работы. И вот отрубают именно этот дом. Ну так получилось, что я могу сделать. Ну, и высокое место, и близкое, как раз от окраина города. Только оттуда я мог взять этот интернет. Сегодня буду маяться с этим крыльцом. Доработаю вторую ступеньку, я надеюсь, как я уже сказал, вот эту вот 32-сантиметровую железную штуку распущу повдоль. 17 и остаток. Ну что-то с этим будем как-то придумать. 17 уже легче работать, выравнивать проще. Так, ну все, утренний ролик выложил. Пойдем работать.